дорогие друзья, я рад приветствовать вас на новом ролике. С вами сегодня, как всегда, Олежа Костин, со мной сегодня Андрюшенька Индифай. И добро пожаловать на самую эпичную битву контейнеров на Радмирчике на 7-м и одновременно на 5-м сервачке. Да, конечно, обязательно надо. Короче, друзья, правила максимально простые. Сегодня мы открываем 25 дубасских контейнеров. Но это еще не все. Победитель, тот человек, которому выпадет больше дорогих машин, забирает сегодня 30 тысяч рублей в донатной валюте. Говорил! Ты чего, а? Итак, мы готовы приступать. Вам, ребята, я хочу пожелать приятного просмотра и, конечно же, приятного аппетита. Не забывайте заранее прожимать кнопочку лайка и, конечно же, подписываться на канал. Ну и заранее напишите в комментариях, как вы думаете, кто сегодня победит? Ну, а мы начинаем приступать, погнали! Ну чё, Андрюша, ты готов приступать к открытию первых дубасских контейнеров на сегодняшний день? Блин, Олег, я уже устал как рама сидеть, просто можно расслабиться? Расслабляй булки, давай, я, значит, поставил ставочку на первый дубасский контейнер, и опять же, мы считаем год стоимость автомобиля, и уже по этой информации, исходя из этого, в конце мы поймем, сколько сегодня в итоге мы заработали в общей суммарности, а? Надулся, как расправь плечи, типа ты качок сидишь. Вот я вот надулся, вот нормально, чисто смотри, вообще рама, понимаешь, да? Чисто шкаф, понимаешь. Пацаны, кто больше качок падать, в комментариях быстро? Падать буду громко, ребята, понимаете, как бы, да? Пацаны, в комментариях, кто больше качок быстро? Да ладно, не, Андрюха, какой я качок, ты чё, я же дрыщ, понимаешь, да, чего там не, а? Итак, у меня открывается первый контейнер, и барабанное ядро! Ну тварь, блядь, ну тварь. Отличное начало, просто невероятное, просто прекрасное. А мы записываем госстоимость, да? Да, госстоимость, да, но при этом мы не говорим друг другу, что он нам именно падает. Так, я приступаю сразу же ко второму контейнеру. Привет. Так, ну, ребята, начало ультра. Слушай, я на самом деле что-то подумал, что-то, мне кажется, слишком сильно я газанул. 25 контейнеров реально дофига. Мне кажется, что денег на 25 контейнеров нам точно не хватит, поэтому давай, наверное, сделаем так, чтобы каждый из нас открыл по 15 контейнеров. Вот, я думаю, это будет правильно, соответственно, потому что мне что-то реально подсказывает. Исходя из того, что я видел в последнее время на контейнер, скорее всего, сегодня деньги мы 100% сольем. Итак, давай смотреть, значит, я то уже у меня... Устал так сидеть. У меня, да не сиди ты так, как там ты сидишь, по-любому там надулся, так что вены сейчас просто сдуются все, а? Итак, значит, вторая машина... Чего там тебе? Сижу, пытаюсь венки на шее надуть. Нормально вообще, ты нафига это делаешь, да? Так, ну неплохо, на самом деле, ребята, не самое худшее, что могло произойти, поэтому в целом, как бы, очень даже хорошо. Чего ты там? Чего там тебе было? Считайте наличие, так. Так, ладно, хорошо. Ты открыл два контейнера, я правильно понимаю, да? Да. Да, все, значит, нам осталось открыть, ребятки, 13 контейнеров, и мы с вами ждем, когда заспавнится новая партия. Ну, слушайте, ребятки, произошло какое-то просто невероятное. Чудо, так, я ну не что, знаю. Более. 4 контейнера заспавнилось и у меня, и у Андрея. Я тоже. Слушайте, ну вообще, как я знаю, когда спавнится 4 дубайских контейнера, вероятность того, что в них находится что-то плохое, слишком высока. Поэтому ты понимаешь, что мы сейчас с тобой очень сильно рискуем. Ну да, вероятность того, что человек с именем Боря что-то выбьет, а все. Причем Боря вообще здесь, скажи, пожалуйста. Ну тебя Боря зовут, на самом деле. Слушайте, друзья, вот напишите, пожалуйста, пока что сейчас в комментариях, как вы думаете, окупится ли у нас кто-нибудь сегодня, как бы, да, вообще, в принципе, с контейнера. Потому что вы сами прекрасно видели предыдущую серию, где я просто слил 160 миллионов рублей и вообще не выбил ничего. Итак, у меня открывается следующий контейнер. Бом! Слушай, на самом деле нормально. На самом деле, как бы, не так уж и плохо, как бы, вообще, на самом деле, добро. Так, я сразу все это дело, соответственно, записываю, и мы, ребята, идем сразу же к следующему контейнеру. Слушай, но я вот, опять же, я не знаю, типа, ну, правда, но мне кажется, что сегодня так или иначе мы реально сольем. Как бы пока что я не слил, пока что я в плюсе, даже на удивление. А подожди, а да? Тут сольет дисквалификация, типа, что ну ли? Нет. Ну, просто нужно будет сделать ДТ, получается, и все. Ну, то есть, смотрите, опять же, ребята, мы начинали, как у нас вообще все начинается? У нас у каждого на руках было 100 миллионов рублей, да? Ну, мне сейчас подкинули 742 рубля. От этой суммы? Сколько у тебя? Не говори. Нет, мне сейчас подписчик подошел, кинул 742 рубля, так что у меня уже больше баланс. У меня баланс 100 миллионов 742 рубля. Ну ладно, нормально. Плюс 19 рублей. Мы переходим к следующему. Ой, блин. Ой. Ну вот про что я и говорил. Знаешь, про что я и говорил. Блин. Каждый раз, когда спавнится по 4 контейнера, это прям реально очень плохо.
Ага. Так, ладно, друзья, хорошо. Прибавляем, соответственно, вот эту так. итоговую сумму к нашей, точнее, эту сумму к итоговой сумме, да. Блин, ну, ребят, я не знаю в реале на что рассчитывать. Так, быстренько ручку пожали, соответственно, гражданину то, да. Ну, давай, так, ну, Боря. Мужики, пропускайте, пропустите. Ну, мужики, пожалуйста, спасибо большое. Не, ну, правда, хочется увидеть что-то супер-мега-ультра-дорогое. Хотя, следующий. Хотя одну машину я сегодня уже очень приятно увидел, так сказать, да. А тебе тоже два контейнера осталось, я правильно понимаю, да? Да, да. Так, да, итого, да, сколько контейнеров мы с тобой уже открыли? 2 + 4 = 6, 6 - 15 получается 9, да? И то есть 9 контейнеров нам с тобой придется еще открыть. Блин, ну ребята, пока вообще супер непонятно, потому что Андрюха, Андрюха как-то очень скрытно себя ведет, прям, понимаете? После серии сосать просить будешь? Нормально вообще, человек. Это ты будешь просить меня такое делать, да? Итак, давай да, начнем. Давай смотреть. Давай смотреть и... Ну дай, пожалуйста, на квадро витэш. Ой, блин. Ой-о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 й
ага, все, отлично. Так, мне вообще пока не нравится исход, если честно. Пока все как-то слишком грустно. Да, пока все... да, как-то понимаешь, как-то по тихой грусти. По тихой, вот именно, что по тихой грусти, вот именно. А седьмой сервак лагает? Нет, все нормально, все в порядке, все хорошо. Пятый лагает, я не могу открыть. Короче, ну я открываю сейчас последний контейнер. Мне почему-то кажется, что в нем тоже будет вообще прям полная фигня, потому что, ну как бы, ребята... Пятый сервак прям конкретно лагает, я жму, он не открывает. Вот сейчас это прям тильт, это прям реально тильт, я не знаю, ну типа, что это такое? Вот причем реально каждый раз, когда 4 контейнера спавнятся до баски, все. И я сразу заранее понимаю, что вообще невыгодно их открывать, вот прям серьезно. Да потому что слабо, Олег. Нет, нет, Андрей, я духом сильно, понимаешь, я духом сильно. Итак, последний 4 до баски контейнер. И внутри, ну блин. Ну ладно, подожди, оно, по-моему, 15 стоит, если я не ошибаюсь, да? Подожди, по-моему, если я опять же не ошибаюсь, блин, ну выглядит вообще сасно, конечно. Я с учетом платинум VIP открываю со скидкой. Так, я тоже со скидкой открываю, так что нормально, мы в одинаковых условиях. А че я не могу, подожди, стоп, я не могу к машине подойти, не могу ничего с... Лагает. Я хочу решить, ну так подожди, у меня альт не появляются. Короче, друзья, я не понимаю, правда, в чем заключается проблема. Я просто подхожу уже, наверное, на протяжении пару минут уж точно к этой машине, и я не могу просто с ней ничего сделать. Ни забрать, ни продать, ничего. Поэтому, походу, придется дождаться времени, соответственно, на окончание принятия решения, съездить, продать эту машину в утиль, сдать, соответственно, и посмотреть, сколько лошок, она там будет лошок, стоить. Петушок. Ну просто правда, я ничего не могу с ней просто сделать. Просто ничего. Короче, друзья, я не знаю, в чем вообще был реально прикол. Машину я так и не получил. Меня просто заскамили конкретно на контейнерах. Я перезашел, машина не забралась. Машина пропала, я вообще не знаю. Короче, мы продолжаем, ну, все, открывать кейсы, да? Это. Какой в смысле штраф-то, я не понимаю, минус, да? Минус 20 грамм суммы за контейнер. Не-не-не-не-не-не-не. Твой косяк, ты обосрался. В смысле, мой косяк? В смысле, я ничего не сделал, ты потупил, мой косяк. Ой, у тебя, ты на другом сервере открываешь, я вообще не понимаю, как это могло произойти, если честно, да? Не, правда, это реально было, это максимально странно, просто машина появилась. Я себе ничего сделать не могу, забрать не могу, продать не могу, перезахожу, машина нет. Это реально, Олег, мои скам какой-то какие? Получается. Там еще какая-то машина прикольная выпала, я вообще не помню, сколько она стоит. Ну, друзья, уже ладно, не знаю, что мы с этим будем делать по итогу, но давайте смотреть дальше. Итак, открывается следующий... Ой, блин... Это прям очень плохо, это прям очень-очень плохо. Это прям отвратительно. Это прям ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, я открываю второй контейнер. Соответственно, смотри, сколько мы с тобой открыли. 2 плюс 4, 6. И сейчас еще снова 2, это будет 8. Короче, нам еще 7 контейнеров останется открыть. Нет, забейте, это просто... у меня уже реально тильт того, что меня просто навсего заскамили. Как такое могло произойти? Скажите мне, пожалуйста, а? Я просто в это не могу поверить. Меня реально просто заскамили по полной программе. А я не помню, самое главное, сколько стоила эта машина. Она, по-моему, вообще супер дорого это стоит, а? Как неприятно тебе, наверное, Олег, конечно, конечно неприятно, конечно же, да. Ой, блин, ладно, хорошо. Я открываю следующий. О, а вот это очень даже хорошо. А вот это очень даже нормально. Чё там тебе выпало? Чё ты там, а? Ничего тебе там не выпало 100%, Андрюша, а? Хорошо, ладно, Олег, хорошо. Это мы чисто, ладно, хорошо. Так, ну чё получается, ждём партию следующих дубаских контейнеров и продолжаем открывать дальше. Ну чё, Андрюха, я готов приступать к следующей партии дубаских контейнеров, а? Слушайте, опять же, я пока не понимаю, кто из нас лидирует, но опять же, я не понимаю, чё мне делать. Чё мне делать? А, конечно, лидирует он, да? Тогда, Олег, ты видишь, как мне выпал кибертрак, ты будешь
плакать, блядь. Просто. И, подожди, то есть ты реально хочешь сказать, что Кибертрак это самое дорогое, чтобы те, что тебе выпало за все это время? Нет. Серьезно? Самое дорогое это было 300 SL. Да, конечно! Сказки рассказывают, да, вот, да, да, да. А сколько? Хорошо, сколько стоит 300 SL? Сколько он стоит? 80 миллионов. Ну хорошо, давай посмотрим, чем будет по итогу, посмотрим, да? Так, хорошо, смотрим, что... Ой, блин! По-моему, да это блин. Нифига не заносик, прям вообще. Я тебе отвечаю. У меня одна тачка падает очень часто. Так вот, не, я тебе отвечаю, просто раньше вообще, ну пораньше, побольше все подороже падало, серьезно тебе говорю. Сейчас я не знаю, что сделали с контейнерами, но серьезно говорю, раньше падало намного дороже. Конкретно. Так я вот реально, я каждый раз, когда на контейнер пришел, я просто каждый раз в минус, и все. Ну так или иначе, друзья, мы верим в победу, мы верим в самое хорошее, что может находиться в ЕКД. Ты готов, Андрей, я и так знаю, что я выиграю, понимаешь, поэтому готовь 30-ку, мне надо начать закинуть. Хорошо, когда 300 SL увидишь, мне нам на ролике, будешь по-другому. Ну ты же не знаешь, что мне выпало, понимаешь, я же вообще ничего не говорил. Откуда ты знаешь, может не выпало что-то дороже, понимаешь, 300 SL, а? Нет, точно не может быть, точно не может быть. Точно не может быть, да, уверен на 100%, да? Ай, блин, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну не везет, прям не везет, прям вообще не везет, прямо по полной программе. А мне Олег наоборот везет. Поздравляю тебя, конечно, поздравляю тебя, Андрюха. Ну ладно, это не так уж и плохо, конечно, это не самое худшее, что могло быть. Так, нам осталось открыть по 5 контейнеров каждому, поэтому, Андрюха, скоро уже финал, скоро уже конец. Так что не расслабляй свои булочки. Лошадь. Ну что ж, очередная партия из 3 дубайских контейнеров. Андрюха, ты понимаешь, что прямо сейчас, совсем скоро, в моменте, будет решаться наша судьба. Что там звуки такие делаешь, а? Судьба нашей 30-ки, ты это прекрасно понимаешь, да? Ведь только один сегодня человек уйдет самым главным призом в виде 30 тысяч рублей. Олег, играем на телеграм-канал. Вы, ну нет, реально уверен на 100%, что выиграешь сегодня да, ты, да? Я выиграю и забираю твой телеграм-канал. Хорошо, хорошо, да. Ты же понимаешь, как бы, ну что, как бы, ну ты вообще будешь в минус сейчас сильным, как бы, понимаешь, да? Ты же это прекрасно должен понимать. Сейчас это должен прекрасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, не так уж и плохо. Не самое худшее, опять же, что могло выпасть, как бы, да, в минусе, но небольшом. Мне очень плохо упало. Прям очень плохо. Да, что там, Шерп или это, или Дориан выпал, или волчок? Сейчас скажи, могу сказать честно, мне сейчас 8-я упала. Ну дальше плохо. Хорошо! Очень даже хорошо. Вот это мне нравится, Андрюха, понимаешь? Блин, когда Олег, тебе... это будто в телеграме кружочки записывают. А при чем вообще телеграм, скажи, пожалуйста, а? При чем здесь это вообще? Я на донат не хочу, я на телеграм-канал хочу играть. Нет, правила мы изначально, как бы понимаешь, делали, поэтому правила уже не меняются. Друзья, кстати, смотрите, мы уже делали подобную битву с Максимом Фрешем, а у нас там получилась целая история, целая невероятная битва, соответственно, да? То есть сначала у нас было 2 битвы, а потом был финал. Если вы хотели, чтобы мы с Андрюхой сделали так же, то обязательно пишите про это в комментариях. Блин, да. Да что за фигня, я не понимаю вообще. Чего там тебе выпало, а? Чего там тебе? Не могу, не может ничего подобного падать тебе. Невозможно. Отличненько. Невозможно. Тебе останется, Олег, только по кукарекать. Неправда. Я не верю в это. Я просто в это не верю. Такого просто не может быть. Я тебе отвечаю. Такого просто не может быть. Отлично, Олег. Нифига нету ничего отличного. Нету нифига отличного, тебе не может повезти. Я в этом уверен на 100%. Так, у меня сейчас будет открываться уже 3-й, последний дубайский контейнер, после чего нам останется открыть уже чисто 2 дубайских контейнера, Андрюха, понимаешь, да? Да, так мы уже на финишной прямой, я тебе серьезно говорю, что все решится вот прямо сейчас. Осталось 5. Ой, блин. Почему все так? Почему? Я не понимаю, да? Ну что за день? Ну почему все так-то? Я не понимаю. Что тебе там выпало, Андрюха? Я тебе не скажу. Поливал, что-то плохое, раз не забежал, как свинья. Так, ладно, хорошо, ребята, осталось открыть всего лишь 2. А, подожди, у тебя еще не открылся последний, или открылся? Я вот этого не понимаю. Вот сейчас только открылся. Давай. Ну и все, я тебе ничего не скажу. Ну ты его открыл, правильно я понимаю, да? Да. Значит, что-то плохое выпало, потому что никак не отреагировал, да? Да, я же тебя прекрасно знаю. Все, ребятки, осталось открыть 2 последних дубайских контейнера и смотрим, что из этого выйдет. Ну что, Андрюха, последний бросок, последний забег, последний. Ребят, у нас просто у обоих же спавнилось по 3 дубайских контейнера, поэтому мы решили открыть не 2, а 3. Поэтому, Андрюха, последние 3 дубайских контейнера. И ты, как я уже понял, уверен в своей победе, ты реально думаешь, что ты победил. Я тебя правильно услышал, да? Да, уже 100%. Ну ладно, давай смотреть, ведь именно сейчас эти 3 последних дубайских контейнера решат судьбу нашего ролика. Кто останется с чем-то, а кто останется ни с чем? Кто останется сосать? Я открываю. Ладно, да. Да блять, вы сейчас говно.
добротно, добротно, добротно. Слушай, ну под конец это реально приятно. Под конец прям реально приятно получить что-то подобное. Ну что, Андрюха, я уже как понимаю, ты реально сегодня будешь, понимаешь, как бы, да, закидывать денежки на мой аккаунт 100%. Сегодня ты, сегодня ты остаешься позади. Смотри, сегодня, я лидирую. Я проигрываю, даю тебе денежки, а ты мне телеграм, если проигрываешь. Чего это? Я не понимаю это, а? Это вообще разные вещи абсолютно, ты понимаешь, а? Ну нет, Олег, подожди, я пока не настолько уверен в своей победе, поэтому как бы подожди. Подожди. Подожди, но не, если мы изначально договорились играть на эту, то окей, ну понимаешь. Не, во, реально, ребятки, давайте знать, как сделаем. Если вы поддержите этот ролик максимально, своей поддержкой максимально, соответственно, количество лайков, то в следующий раз, когда мы будем делать битву контейнера, мы уже будем играть реально на доступ к телеграму каналу. Ой, блин. И то есть там условно на 24 часа. Так да, это вообще прикол какой-то, я не знаю это, а. Так, ну что же, Андрюха, у меня остается последний дубаский контейнер. Что ты скажешь на это? Что ты скажешь на это, а? Ну, Олег, готовься. Страшно, очень страшно, очень страшно на самом деле, очень страшно. Пожалуйста, я тебя очень сильно прошу, прямо по-братски. Сразу отдашь свой телеграм, я кружочек запишу. Нормальный тип вообще, а? О, не знаю, страшно, очень страшно. Скажи, что Олег просто лох. Последний дубаски. Стой, погоди, мы это открыли, получается, сегодня по 16 дубаски контейнеров, да, и то еще на сумме получается 32. Ну, вообще это нарушение правил, поэтому нет, Олег, смотри, был 15, так что теперь правила все аннулируются. Нет, ты сам сказал, что давай откроем три последних. Я не против, но условия нарушены. Нет. Так тебе тоже можно что-то выпасть такое же, понимаешь, а? Ой, блин. Блин, если не закон, действительно, она не впервые выпала. Ой, хорошо. Блин, ну это не эта печальная история, это максимально печальный исход сегодняшнего дня. Так, что, Андрюха, получается, мы с тобой закончили Всего. Открывать контейнеры. Теперь, ребятки, мы уходим на небольшую паузу, делаем подсчет того, что мы сегодня выбили. Посчитано. У меня просто не подсчитано. Мы делаем подсчет, соответственно, и уже переходим к конечному итогу. Ну что ж, дорогие друзья, мы подошли к конечному результату. Я теперь мы оба знаем, какая сумма у нас получилась. Ну что, Андрюха, давай вот прямо сейчас, давай сначала покажем просто в камеру, а потом просто озвучим. Ты готов, да? У меня просто на калькуляторе. Да, у меня просто на калькуляторе все записано. На айфоне, ну да? Ну что, я показываю просто в камеру, сколько получилось у меня. Соответственно, ребята, вот такая вот сумма у меня накопилась. А, общая, итоговая, да, если смотреть на госстоимость автомобиля. Андрюх, ты тоже, да, показал камеру, я правильно понимаю, да? Ну что, а теперь давай озвучить, кто первый из нас это делает. Давай ты. Я не буду, Олег, на монтаже посмотришь. Нет! Я должен понимать, кто из нас сегодня выиграл, кто проиграл. Олег, на монтаже посмотришь. Давай, называем первую цифру. Давай просто назовем первую. Цифру. Давай, У меня три. Ой, пошел в жопу, блядь, урод, блядь, конченый, ненавижу тебя, сука, тварь, мразь. Сколько у тебя получилось? 200 с чем-то, да? 283 миллиона. 283, у меня получилось 324 миллиона 600 тысяч рублей. Ну чё, Андрюха, раком тебя сегодня ставить буду, давай. Какой раком, ты чё, охуел? Будешь, короче, мне теперь должен 30-ку, Андрюха, спасибо большое. Очень приятно за это, да. Слушай, я тебе могу цветочки подарить. Вот у меня цветочки есть в руках, а ты мне 30-ку. Нормально я не буду получать? Давать, Олег, в смысле, не мы договаривались, алё, мы руки жали, мы да? Мы договаривались на 15. Нет, мы кровью клялись, что 30-ку задонатим проигравшим, точнее победителю, так что Андрюха ничего не знает. Ну, а чем не Макс должен, ты... так что я тебе просто перепишу. Не, переписывать чужие долги на мои долги как бы не надо, понимаешь, да? Макс должен, мне так же проигрывал. Ну, он тебе должен, но ты же мне должен вернуть. Он мне даст, я ему передам. Нормально вообще, а? Короче, друзья, вот такой вот ролик у нас сегодня получился. Надеюсь, вы кайфанули по полной программе. Обязательно поставили лайк и, конечно же, подписались на все наши каналы. Если вы хотели увидеть вторую часть этой битвы, где Андрюха, возможно, даст мне реванш, где Андрюха, возможно, сможет мне, так сказать, отомстить, получается, да? То, конечно же, пишите в комментариях, на что можно было бы сыграть. На этом сегодня, дорогие друзья, сегодня все. С вами сегодня был, как всегда, Олежа Кофе, Андрюшенька, Энди Фай. Это был одновременно и 7-й, и 5-й сервачок Размерчика. Заходите, играйте вместе с нами, скачивайте проект по ссылочке в описании. И, конечно же, не забывайте вводить наши промокоды, по которым вы можете получить самые жирные бонусы, которые только есть. Все, друзья, на этом сегодня все. Такой, Олег, спасибо за все. Всем пока-пока. Всем пока-пока.